Снимать его, почистить зубки, самому пластинку тоже нужно почистить. Вот после чистки нужно установить обратно. Как будем устанавливать? Пластмассовая часть у него будет стоять на небе. Вот так будем устанавливать. Вот здесь вот такой механизм есть, вот в серединке. Тут крючок. И под стрелкой мы должны подкручивать его. Здесь вот стрелочка показывает. Видите, желтая наверх показывает. Мы устанавливаем на дырочку этот ключик, держим с пластмассовой часть и будем давить наверх. Вот так. Вот надавили, здесь сзади еще один дырочка открылась, это для следующего раза. И все снимаем. Недели два раза мы будем подкручивать так. Ну, первые дни пусть не подкручивайте, сегодня у нас понедельник, да? Давайте до среды будем подождать, потом только среду и субботу будем подкручивать. В среду возьмете. Ключик поставите сзади, вот так, и наверх поднимаем его. В субботу возьмете ключик, заднюю дырочку поставим, и наверх поднимаем, вот так. Все. Каждый раз мы подкручиваем, то серединка открывается, видите, место. За счет этого он расширяет верхний зубной ряд.